набрал сегодня на 1400. Чего я тут набрал? Посмотрим. С утра в яблоке. Так, вот он чек. 1400 получился. Булка хлеба Дарницкая. Димасику пицца. Это на вечер нам солнышке будет делать, сама будет делать жареные бедрышки рептинские. Это козлятина. Доширак. Это Солнышко попросила арахис. В этом это у нас чеснок молотый, кефирчик мне 1%, сметану она собралась пюре делать. Блин, молоко не взял, ладно. Это ей, короче, майонез Солнышко. Это ей живой салатик, как она любит. Еще чеснок молотый. Еще козлятина. Яйца. Сейчас Кузька омлет попросила. Кеша. Так. Мытый картофан 2 килограмма, соль простая пищевая, батон молочный для Солнышки, для Димасика чудо этот напиток молочный коктейль. Это мыться, макароны для Димасика, он их любит, спагетти про запас, потом что-нибудь приготовлю. Два плавленых сыра, Солнышко попросила почему-то, да. Пучок лучка для омлета и колбаса русская для омлета. Сейчас омлет на пару сделаю для Кузьки. Вот это все на 1400, либо на 20 долларов для Вадима. 20 долларов вот такое стоит. Я думаю, что в Америке то же самое. Примерно будет 20 долларов стоить. Но зарплаты там будут немножко другие. У нас зарплаты сколько? 300 долларов, да? Средняя. А в Америке 3000. Ну, согласен. У нас квартплата получается сколько? Вот наша однушка 5500. Это примерно ну сколько там? 100 меньше. 80 долларов квартплата за однушку. В Америке, я думаю, это будет стоить в районе 800 тысяч долларов. Наверное. Вадим поправит, если что. Через полчасика придет Кузька. Я, блин, забыл купить молока. Это еще молока на 240 рублей. Получилось 2 литра молока. Был бы в Америке, взял бы галлон. И две помидорки немножко подешевели. 160 уже. Оно еще масло сливочное. Это омлетик заделать. Так, это замесил. 5 яиц, литр молока. Обжариваю колбаску русскую. Слегка.
закинул помидорку. Это вот будет вместе с колбасой обжарено слегка. А эта помидорка будет сверху уложена. Здесь, значит, добавил лук зеленый. Это идет импровизация, не знаю, что из этого выйдет. На куски испытаем. Хлеб я обжаривать не стал, потому что, не знаю, вкусно с хлебом поесть, с батоном. Здесь минут осталось, придет, горяченькое будет. Так, у нас начинает таять, как раз к тому времени все растает, и мы поедем на велосипеде втроем или вчетвером. Так, все залил, половина зеленая, половина красная. Масло на вечер. Все, сильный огонь, пускай прогревается, закипает, потом огонь убавляем. И все нормально, сейчас я помидорку аккуратненько дорежу. Такое получается. Я же не знал, что тебе помидоры нельзя. А почему нельзя? Ну они красные, чтобы аллергии не было. Не, ну вообще томатную пасту я чуть-чуть добавляю иногда, так ничего не надо. Что, уснул? Угу. На балкон уснул? Только дверь-то... Батон есть. Мы его слышали. Масло есть сливочное. Нет, не знаю. Чайник вскипяченый. Молоко есть? Есть. Теплый тебе или вскипятить еще? А, он теплый? Вот. Ну, только вскипел. А, достаточно. Молоко вот. Пироженки. Нет, у меня нельзя. Диме пицца и чудо. Шоколадное. Давай сразу положу. Давай, вон чудо. Макароны ему не надо. Почти не съел. Ну, вырвала его вчера, мама тебе рассказывала. Да, из-за укола. Как-то странно, до этого, значит, нормально ему во время еды даже стали. Угу. И ничего. Тут это, мама говорит, она плохо ставит. Ну а быстро-то она торопится. Она какая-то кипишная, но правда что-то. Хочет что-то носится по отделению. А что, куда у нее? Не собранная она какая-то, у нее нет распорядка. Поэтому у нее вот такой кипиш. Смотри, вот нормально, кто спокойно ходит. У них есть время отдохнуть даже, посидеть. Я там одних, с Димой напугал меня. В туалете, говорит, кто-то зашел, говорит, там занято пока. Я говорю, ну ладно, ждем тогда. А мы ждем и ждем. Ждем и ждем. Я такая, короче, пошла. Медсестре говорю, а я пошла, подергала дверь, и она была закрыта, как бы, я не открыла ее. Думаю, ну все, наверное, это. И пошла, короче, потом к медсестре, говорю, слушайте, там уже кто-то, говорю, полчаса, говорю, сидит, говорю, если плохо стало. Напугала ее там, другая заходит, открыла дверь, кажется, она говорит, просто посильнее дернуть. Я говорю, а, да, говорю, ну извините. Она говорит, я уж столько тут повидала, говорит. Вот мне, чтобы одну полную ложку положить, она две по полложки. А что, не понюхала омлет? Я не нюхала, я попробовала. Чай. А омлет что не нюхала? Зачем? Ну как, ты же все обычно нюхаешь сначала. Нет. Закрыто? Нет. Капюшоном прикрыл, чтобы свет не выпадал. Нет, я говорю, дверь не закрыта. А за открытой. А,
там услышим. А то когда у бабушки его постоянно телефон. Открыли форточку и ни хрена не слышим, он орет. Нормально? Сегодня солнышко сама готовит. Сказала, пошел ты нахер, да, у тебя невкусное. Да я такого готовить. Не говорила, вот и не ври. Не говорила, да? Я мысли прочитал. Картофан. А что не сливаешь? А? Что не сливаешь? Да подожди, господи, видишь, что я творится. Понятно. Я еще. Он только еще закипел. Еще, может, не готово. Надо проверить. А, ты просто чтобы это пока? Понял? Да, выкинуть. Ладно, пойду карту строить. Ну, чего там? Чего там? Ага. Что это? Ня. Что это? Что это? А что она? Ой, мама, что она стреляет-то у тебя? Я не знал, когда ты придешь, я ее... Ты, блин, нахрена я включил-то опять? Чтоб горячая была. Так ее есть невозможно, подожди. Все возможно. Блин! Эй, мафия. Эй, я из-за тебя обожглась вся. Так вы быстрее делаете дела свои. Какие дела? Накладываете. Какие дела, если она вылезет? Накладываете. Так ладно, буду быстрее делать. Нахрена ты ее поставил-то? Чтоб горячая была. Все, брызгал. Чтоб ты горячая картошкой была. Сраной. Вымою. Вымоешь ты. Эй. Эй. Хорошо еще, хоть никто не обрызгался. Все нормально у тебя? Все хорошо? Эй. Эй, шпана мелкая. Мася, ну дедушка научился тебя успокаивать даже. Ой, Дима. А куда деваться? Дима всех надрессировал, да? Звонит кто-то. Вот так интересно, этот Мотя-то говорит маме. Красивая коллектива. Кто ты? А да, на меня. Да. Какая красивая, говорит, тетя. Надо же, а. Так удивительно. Ну, хоть и солнечный, да, но это... Ну, он хороший мальчик, ага. Разговаривает и все. Что значит солнечный? Синдром Дауна. А почему называют? Ну это понятно, а солнечные почему? Дети. Потому что они все время улыбаются. Они все время улыбаются. Ну, вообще-то этот не все время улыбается. Да все время практически. Да? Он там хохотал так. Сегодня с папой. На папу он похож. Угу. Я, кстати, не сразу поняла, что он солнечный. Мне сначала показалось, но я думала, что мне показалось. Да у них у всех одинаковое это лицо, у них они как близнецы все. Да. Но папа мне сказал, что его, что очень много вкладывать надо денег, конечно, денег и вот знания, чтобы вот он развивался такого ребенка. Только они, конечно, они столько с ним занимаются. Чтобы он писал, читал, сидел. Я вообще не понимаю, что он писал, да? Времени много. Начали по тротуару сюда? Херачат, блядь. Все, мужчина съезжает с тротуара. Там авария, что ли, опять? И все поехали по тротуару. Вот интересный случай сегодня, да? Гололед. Посмотри. Вот авария. Посмотри, девушке все равно, что хочет она там попасть, не хочет домой. Херачат по тротуару, класс, блядь. Да. Молодец, принципиально спокойная девушка, приятно видеть. Две девушки. Эта девушка спешит, тоже принципиальная. Кто? Ну что можно тут? Кто принципиальный окажется, да? Сейчас сотрудники нужны точно ГАИ. Я вам точно говорю. Здесь только нужны сотрудники ГАИ. Может сегодня как раз... В общем, сейчас я покажу, как у нас проходит больничный день.
Ну, гематику поднимать, конечно, не буду. Но как это происходит? То есть до больницы, обратно. Сколько я там с Максимом сижу, жду. В общем, все это покажу. Так, пошел мусор убрасывать, Кузька уже ждет, стоит. Так, у нас местные алкаши с утра стоят. Так, где Кузька? Снег уже практически растаял. Кузька, наверное, может в машине сидит. Дерутся сороки. Скользко. Не вернуться можно. Можем навернуться. Красотка. Такой замерзший. 63-й газон. Все еще авария-то стоит. Черт какой, бля. Замерзшие. Уже капот отошел. Сейчас я печку включу быстро, чтобы таяло. Так, педаль тормоза нажимаем. Зашло. Так, включаем раз режим, два режим. Кондер вырубаем. Быстренько отойдет вся эта хрень. Скребок у меня с той стороны был. Зеркало так почище. Ой, блядь. Не без уколов нахрен. Заболело все. Пусть-ка звонит. Да, Джус. Да, давай. Спускаются. Все, стекло пошло отходить, сейчас моментально отойдет. Я пока зеркало чуть-чуть почищу. Вот за эти дни, что на больницу гонял, машина в таком состоянии. То есть вся в грязи. Номера только мою, я фонари немножко. И это сейчас быстро отойдет. Зеркала только немножко. Вам тут не упасть. Видишь, когда в грязи. Видишь, намотал. Километраж серьезный. Это сейчас само отойдет. Это хорошо штучка велосипед мыть. Воды бы только чистой. Это сколько заправлялся, уже одна лампочка нахер на газу. Я уже 239 километров проехал. На больничку намотал. Сегодня тоже несколько раз придется ездить.
Так, ладно, садимся. Стекло уже отходит. Опа. Так, зарядка этого. Пошла нам зарядка. Подавление у нас тут. Все, оно отошло. Забираем Кузьку с Максимкой. Там все еще авария. Больничка. Чистые, чистые. Сейчас Кузька выйдет, пристегнемся. Смотрим мотор. Работает как трактор. Это не трактор, это форсунки. Газовые так цокают. Нормальное явление. Так, антифриз. И паровая фаза. Немножко он там отсыревший, это нормально. Антифриз половина. Аккумулятор отсыревший. Нормально все. Все четко работает. Начинается первый, вернее, очередной больничный день. Записала завтра зуб лечить. С той стороны. Кредит буду лечить. Почему? Ну, у меня... Сколько стоит? Ну, 1005, я думаю. Хренеть. Будет стоить. Но я не могу, у меня зуб вчера, знаешь, как поделать. Ну, понятно. Я, конечно, пью таблетки, но мне нельзя же много. Нельзя, да. Полегче сегодня его одела, не стала белый одевать, потому что я его в этом весь мокрый в машине туда. Наоборот, подожди. Вот так вот, так засовываю, так. Не, вот видишь, как у меня рука? Ну засовывай сам. Вот, вот все, ну, я поэтому и сам засовываю. Все, только вниз. Во. Вообще так-то надежно, да, все равно? Ну да. Крепится. Подтянуть надо. А? Подтянуть. Кого? А, вот этот? Это сначала, я не могу.
Сегодня только одну мильгамму поставил. Ну, через день хотя бы, блин. Не каждый день ставить это. Опять организм привыкнет. Мама дома. Говорит, кто меня на работу повезет? Я говорю, ну я не знаю, сколько там времени будет. Завтрак во сколько у него? А? Завтрак. Мы не успеем. Ну, что они разгружат там футашку? Не собой. Ну тут пробка сейчас. Авария здесь. В какую сторону? В ту. Ну как, в эту сторону, видишь, пробки здесь нет, уже они все там стоят. Где-то. Вот до аварии. Где-то. До аварии, вот здесь авария. Видишь, авария здесь. Кто-то на тротуар уезжает, видишь, по тротуару херачит. Вон что. Ни хрена себе. Вот, так я говорю, вот из этой вот аварии. Тут цикнулись-то чуть-чуть и стоят, ждут ГАИ. А ГАИ не едет ни хера. Так хотя бы схему составили, друзья. Ну. Тротуар в итоге, видишь, на большой скорости а идут. А ГАИ что не едут, они вот тут находятся, на машине. Две минуты ехали. Не знаю, что они тут не едут. И мне здесь авария, там объезжают, что-то, смотри, тут столкнулись. Хрен поймешь, там тоже авария, там же не было аварии вроде. А, эта машина давно вот эти стоят, эти вот сейчас долбанулись. Ты догнал? Ну, эти вот. Две аварии, что ли, пап? Тут авария, да, там авария. А что, гололед, что ли, нет? Ну, был гололед. Четыре машины долбанулось. Поначалу сначала вот эти долбанулись, а потом уже те долбанулись. А сейчас там какой-то уперся в морду ему. А те почему долбанули? И все. Вот этого. Не пускает его, а? А те-то с той стороны почему долбанули? За этих засмотрели, что ли? Ну. Ну видишь, смотри, там он еще одна машина. А те две стоят, их тоже заделано на с этой? Да. Нет? А это почему так стоит? Ну, не знаю, что там стоит. Просто стоят. Ты прикинь, мне две полосы заняли. Угу. Да, вот и все, и поэтому там машины нету. Те двое-то как долбанулись? Сначала вот эти долбанулись. Ну. Эти все объезжали, потом там долбанулись. А зачем там долбанулись? Ну, один тормозил, другой догнал. Че, скользко же с утра. Бывает? Ну, конечно. Если бывает одна авария, вот так сразу видно. Ну, видишь, вот. Сейчас вот подтаяло немножко, а так уже как бы все. Не, ну надо понимать, что это ночь-то все равно минус. Куда торопиться, да? Ты видела? Засмотрелся. Таксист, да там таксист, ты видел? Да он засмотрелся на ту аварию, засмотрелся просто. Но это вот эти. Он так вот смотрел вот так, что там происходит. Он голову повернул, а тут уже машина тормознула поехал. Впереди, да. Все. А эти, наверное, из-за таксиста по-любому торопился. Ну, черт тебе знает, кто там из-за чего был. У тебя зуб там что, кариес или что? А? А ты, ну понятно, зуб кариес или что? У меня выпала пломба. Угу. Он уже лечит этот зуб. У меня выпала пломба, я вот видишь, затянула, не шла. Как выпала, надо было сразу идти, мне бы все сделали, понял. Уже больше года прошло, как она выпала. Я думаю, да ладно, еще покажу. Сейчас уже, скорее всего, будет. И куда ты записалась? Туда же, что ли? Так ты же в кредит. Там же бесплатно, ты же сказала. Почему? Можно и платно будет. Туда же, к ним же опять? Да. У них и платно, и бесплатно. Вообще сюда не сходила. Куда? На машинку, где я делал. Там у них там дешевые цены. И дешевле, чем везде. Так это-то, пап, государственная. И что? Их еще дешевле, чем в частной. 5000 это дешевле, что ли? От 2000. А ты сказала 5000? Я примерно думаю, что 5, а в частной еще больше, 7000 надо будет стоить. Это мне нерв удалять, каналы про это чистить, промывать. Ну, может быть. Это большая работа очень. На завтра записалась на сколько? На 11. Ну, слава, как мы уедет, если она, конечно, просит. Куда уедем?
звоню. Она не будет отпрашиваться? А? Она не будет отпрашиваться. Она сказала, просит. Да? Не знаю, отпустит Дина или нет. Что-то интересный какой-то товарищ. Ну, один день там, может. На Nexia. Вечером Стасик, вечером Стасик был. Что с мелким к стоматологу и к врачу надо, и завтра прививку еще будут ставить. Это ужас какой-то вообще. Какой-то разорвись. На три части. Ну да. Мост удалил. Ну вот эта сороконожка была, там мост удалил. Это уже как бабулька, знаешь, какой покушать, чтобы что помягче было. Да понятно, что. С этого дуба надо выдать, то жевать нечего. Мама как совсем. Все рассыпались из-за нас с Ваней. Ну да. У меня все зубы забрали. И у тебя тоже самое повторяется. Да нет, у меня фуры нормально, я редко лечу. У меня, блин, вообще кариеса нет. Помнишь, мы с тобой ездили к бабушкиному стоматологу? Но. Она 4 зуба нашла тогда эту врачу. Но вот сейчас я тоже смотрю в зеркало, я не вижу много дырок. А я зубы вообще не чищу. Вообще не чищу. У меня ирригатор этот есть, я им просто промываю. Скажи, это очистка сколько стоила? Очистка стоила у меня 4, а так у них 2. Если такая, у меня-то запущены были капитально. Там зубов не было видно. 2200, по-моему, да. Да? Да. Я просто тоже хочу почистить. Ну? У меня камня-то нет, у меня весь камень упал. Во время беременности. Угу. А вот просто почистить я бы хотела. Вот, я не чищу, я, значит, это, ирригатором, потому что я, когда начал чистить, у меня, эти, чувствительность зубов увеличилась, я не буду не попить, ничего вообще. Фальш, что ли, просто? А? А ирригатором этим, там тоже такая струя, мне кажется, нельзя. А вот, как раз ирригатором ты и вымываешь этот камень зубной, песок этот. Нет, так тебе побитые, это из-за эмали. Но я же тебе говорю, я почищу, мне все, у меня эмаль. Поэтому я не чищу. Я перестал их чистить, у меня зубы прошли. А? Да, я ирригатором промываю просто ты и все. Не разбиваешь себе зубы случайно? Нет. Там же струя-то приличная. Нет, не разбиваю. Мне кажется, лучше. А ты сделай струю поменьше. Все. Да, просто ирригатором. Как керхером, раз, промыл и все. А зубная паста? Нет, я тебе говорю, зубную пасту чистил, и у меня плохо было. У меня зубы заболели. Передние. Трещинки где-то, значит, маленькие. Да это у меня давно было, с детства еще так. Я, вот поэтому я как бы зубы не чищу. А кариеса нету, он посмотрел, у вас кариеса нет вообще. Да, ты мне наврал, мама сказала, потому что у тебя тоже зубы выдраны, да пол зубов нет. Не, ну это да, было раньше, в детстве. Поэтому и кариеса нет. На этих? Нет, а почему какие пол зубов? Мама, у меня только двух зубов нету, что? Не знаю, да, у него тоже. Половина. Если у меня было половина зубов не было, я бы говорил бы вот так. Как говорят, то обычно. Побывали, представляешь, вообще зубов нет. Ну. Вот так. Все выпали. Я, да, на же стрелку. Блять. Дурно. Ну все, видишь, я начал думать, короче, об этом, о передних зубах. А. Что у меня черные были, как бы, вот я смотрел в зеркало, черные, я думал, кариес что-то. А он когда мне промыл, они белые стали. А задняя машина поедет, я поеду. Вон он поехал, я поеду. А что ты эту стрелку? Ну потому что я начал думать, разговаривал здесь, забылся. Нет, это... Зачем стрелку сделать? Ну как зачем? Чтобы правильно организовано движение. Чтобы тебе сначала налево повернули. Да. Какой смысл? Смысл в том, что налево тут не повернуть, если слишком много машин. Да? Поэтому они сделали так, по очередности.
Странно, а лорики сейчас на Газпроме, что ли, заправляются? Раньше же вроде на Лукойле не заправлялись. Кто? Лорики. Ну, он поехал, лорик. Где? Вон лори, там на заправке лори стоит. Да? Да. МАЗ, что ли? Какой МАЗ? Вольво, Вольво, вон пошла на мост. Вольво, да. У них сейчас Global Truck контора, как бы, на прицепах написано. Да? Да. На тягачах еще лори пишут, а на прицепах уже Global Truck. Какой газ? МАЗ. МАЗ, да, это он газом сливался. Что делал? Сливался, сливался газом, да. Нет у него баллона там стоит. А, это этот? Кислородник. Кислород? Угу. Нормально так раз, не пропуская, блядь, въехал. Я вроде себя успокоил. Я боюсь. Я болезнь здесь боюсь. Ну что делать? Меня как-то трясет, знаешь, завтра это вообще. Это я сейчас вроде себя настроила. Ну знаешь, когда стул болит, уже хоть что делать. Ну да. Я вот тоже и пошел. У меня зубы заболели, но они заболели от того, что у меня камень зубной уже в десна залез вовнутрь. А тебе уколы ничего не делали? А, нет, так чистили. Когда передние зубы начали чистить, я говорю, пожаловался, что больновато. Мне не поставили укол. Но они, да. Но они вычистили прямо из-под десен. Глубоко туда залазили под десна и. Ну мне тоже чистили это. Она мне просто этим. Лидокаином брызгала и помазала этому. У меня-то вообще сильно было, понимаешь? У меня все заросшее, особенно задние зубы, они все заросшие. Там клювище столько, она прям железяками между зубами. Да, 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 да. Железяками, ультразвуком долбили мне. Да, да. У меня вышло 4000. Ну это там запущенный случай. Но вычистили все. Отлично. Говорит, ну, как правило, раз в полгода, раз в год. Хотя бы раз в год приходите на чистку. Там уже будет 2000 всего. А там частная клиника или что? Да. Только надо попадать к этому, к доктору, который приезжает на этом, на Kia Stinger. Спортивная такая большая машина, типа Panamera такая. Если она там стоит на входе, значит он там. Он то ли армянин, то ли азербайджанец. Да. Высокий такой, приветливый мужчина. Ну да, он все делает. Так, газель пропускаем обязательно. Алло. Так поворачивай, еще не поворачиваешь. Я подъезжаю уже. 5 минут. Уже не надо подъезжать? 5 минут, давай, это, что там, уже... Давай, сейчас еду. Да? Едем. Полдесятого вроде, еще завтракаем. Уже на узенье. Это не от него зависит. Ну знаешь это, может сказать мне, что давай побыстрее собирайся, дружу. Где она, УЗИ? На первом этаже. О, на лифте? Нет, на... А, то есть
строй, да, строй мне. Ему нельзя же, или коляску давайте, и все. Ходить-то ему как-то можно? По лестнице точно. Нет, там есть лифт для посетителей, можно на нем доехать. Ну. Аккуратненько дальше дойти. Завтра рентген еще сделаю просто. Легкая. Мне, наверное, тоже завтра рентген. Ну да, снимок-то все равно надо сделать. Там она смотрит, сколько корней будет. Угу. Смотри, такая же, да, дорога, как на этом, на площади Эльмаша. Ну также такой же разъезд. Да. Почему с левой полосы никто не поворачивает направо? Вот почему? А та, блядь, завоебывалась. Не надо направо поворачивать. Нет, не важно. А почему там-то поворачивает? С левого ряда направо. Да по привычке, пап, потому что раньше светофора. Да похер, это привычка, уже давно привычку надо убрать. Светофора не было. Я тебе еще раз говорю, вот зря ты это делаешь. Потому там, что раньше это да. Гаишник встанет, вот ты ему доказывай. Я по привычке поворачиваю, потому что раньше не было светофора. Вот скажи ему так, гаишнику, что он тебе скажет? А, да? Вы по привычке, да? А ну езжайте тогда, да? Или что он скажет? Не знаю, сколько штрафов, 100 рублей? Да, конечно, 100 рублей. А, 500? Ну, 500 или 1000. Диапазон как? Ну, тебе похер, да, штраф платить? Да. Чем с правой полосы поворачивать? Да. Значит, надо правила придумать такие. Повернула, тебе похер, да? Машину на эвакуатор, все, права сдай в ГАИ. Там, папа, нету даже разметки никакой. При чем тут разметка? Есть правила дорожного движения. Это не сторонка, там нету знаков, что это сторонка. Вот сейчас я снимаю видео, да, в комментарии напишут. Давай. Давай, я почитаю. Почитай. Там не одна сторонка. Ну, все, видишь, нас уже запомнили. Запускают, как скорую помощь. Папа, знаешь, где морг-то? Вот там здесь. За поликлиникой, кажется. А на карте вот здесь написано. Да. Да. Ну, там за поликлиникой. Вон, может, белое, вон то здание, холодильники. Нет, он там за поликлиникой. За больницей, вот там он находится. Угу. Сейчас вот опять ни одного места нет. Я вас высажу, сам место буду искать. Что делать? Ни одного места нет нигде. Вообще. Все занято. Все занято. Я вот туда куда-нибудь еду подальше. Я найду место. Нет, конечно. Вот место. По сути, да. Только на нем не заехать. А ты что, он охренел, что ли, так поставил? Кто? Чего ты? Вот на свете. Не, бабушки-то что тут возмущаются? Сыпа, подожди, давай я выйду и побежала. Чтоб место заняли? А? Чтоб место заняли, да? Ладно, давай, беги. Да никто его не займет. Вон иди, стой, где Тойота. Где? Какая Тойота? Вот. Вольво стоит, Тойота. Так я пытаюсь сюда заехать. Да, я выйду и все. Потому что сейчас на музыка надо. Что-то бабки до сих пор смотрят, стоят. Чего смотреть, чего высматривают? Или их бесит, что сюда частные машины заезжают? Не знаю, заеду туда, нет. Бордюр какой-то, блин. Вообще поставили машины непонятно как, вот девятку-то, блядь. Не буду я тут машину. Дорогой, я туда уеду, куда я сейчас.
куда дальше уеду. И вот тут, тот на четверке тоже поставил там же машину. Да, вот бордюр вот за него я боюсь, блядь, доезжать. На проход оставить здесь нельзя, проход закрывать. Вон место есть. Оно такое колейное. Ну, туда куда-нибудь уехать, что делать-то. Местов нету. Вот будний день, да, тут вообще машину не поставишь нигде. В выходной мы ездили, вообще нормально все было. Максик, не просыпайся пока. Я вот здесь тоже стоял, где четверка стояла. Там вот ничего нету, пусто все. Сейчас тут уже все. Четверка стоит. Не знаю, может куда-нибудь туда уехать. В ту сторону. Мойка. Вон туда подальше уедем, там найдем место. Здесь что такое, я не знаю. Здесь вот инфекционное отделение, тут все вредные эти санитарки ходят. Вот поставьте машину, выйдет, скажет, там все занято. Тут все занято. Все места. Вот если только задом к этому поставить. Сюда вот так. Туда вообще не поеду. Вот сюда вот жопой к нему поставлю. Не жопой совсем тут. Если же с боком поставишь, то у меня тут вот так вот. Чтобы ровненько было. Сейчас жопой к нему подъедем сейчас. И скоро объедет. Если что, объедет. Или поближе. Забрать поближе, да попробовать. Видишь, она сразу машину в бок наклонит туда. Неудобно будет лежать на заднем сиденье. Видишь, что? Нормально, все проедут. Все. Теперь мы будем 2 часа ждать. Все, нам до 11. Потом Кузька попросит кого-то, чтобы я тут 4 часа не сидел. На 1.5 часика съездим домой пока, покушаем. Потом уже опять приедем. Глушить пока не буду, печка работает. Да. Можно немножко потеплее сделать. Чуть-чуть. И окошко приоткрыть, свеженький воздух, чтобы был. Так, сиденье сейчас опять в боевое положение. Видишь, газели такие ездят. Вот я подъехал. Нормально. Все, ну Ханька, да все из этой больницы тут грязь это, блин. Все отмывать надо. Так, ладно. Кресло вот так. Это вот такой у меня будет лежак здесь. Я ложусь, коленки сюда, живот сюда и задница у меня отдыхает. Ладно. Телефон. Шапку снимаем. Переднее сиденье. Вперед. Максик заплачет, будем его качивать.
Сейчас ему окошечко приоткрою. Чуть-чуть, чтобы вот так вот было. Блин, звук не выключил, радио. Ладно, пусть работает. Все, спим. Спим. Ну все, ложимся, ждем. Ну вот начинаются первые психи. Все, дедушка садится и вперед. Поехали. Ой, блин, неудобно сидеть. Ну, здравствуй, Максик. Давай будем качаться потихоньку. Все. Все, спим потихонечку. Это еще не так. Бывает так, что аж покраснеет. Уже придется отстегивать. Ой, чуть-чуть. Тебе жарко, наверное, да? Окошко же мы открыли вроде. Сильнее так откроем еще. Все. Ну, успокаиваемся. Делает уже шапку, блин, на лоб. Ну, сейчас нафиг. Сегодня целый день так будет. Ну, прохладенький ветерочек, свеженький. Видишь, некуда машину поставить вообще. Скорых пока еще нету. Бывает тут скорых, блин, понаедет столько, что... Вот зря они тут ставят машины. Здесь скорые должны ставить машины. Они тут ставят. Сейчас скорые приедут, начнут на них. Туда же эвакуаторы приезжают. Когда, значит, вот так вот машины ставят, да, что скорым поставить негде, то охрана вызывает эвакуаторы, приезжают эвакуаторы и забирают вот эти машины отсюда. У нас все законно, у нас пропуск оформлен постоянный. Все, раз, поставили машину и поперли. Сейчас скорая приедет, начнет звонить охране. Какого хрена? Может, две машины. Идем дальше следующего призыва. Вот,
пришлось его сюда перетащить. Расстегнул ему шапку, то нам прямо и на глаза ему. Все, свеженький воздух. Проснулись, да, Максик? Я здесь так лежу. Здесь его качаю. Ой, да ладно, все нормально. Все хорошо. Все хорошо, деда. Деда с тобой. Давай, давай. Спим. Спим, да, сейчас. Я сам уснул. Все, я вырубаюсь сам уже. Да, похоже, это бесполезно. Будем на руки брать, а что делать? Да, Макс? Ладно, ладно, все. Давай на руки пойдем. Все.
Все хорошо, а что там на улице у нас? А что там у нас на улице? А, Максимка? Что там на улице такое, да? Вороны летают, да? Что это, воронки летают, да? Ты когда кушал-то, а? Где ты кушал-то? Все. Жарко может быть, нет? Ну что? Пойдем на улицу. Давай, разведемся. Пойдем на улицу. Историю с его попытками препятствовать правосудию, при этом Мюллер наставляет решение за
Такой вот сегодня, обычно каждый день вот так. Ненадолго хватило.
Ненадолго. Ладно, опять на улице. Этот у нас дядя Вася тут. Скайпе. Всем привет. Да, с своей рукой. Все, давай, Вася, на связи. Пока. Окна надо сказать закрыть. Блин, я что только тут не делал. Я хотел полежать, но не получилось. Не дал вообще. Вот только успокоился, когда вот на улицу вытащил, вот так вот просто вот сюда качал, вот так. Все, сразу успокоился. Только машину поставлю. Опять. Че, Дима там сейчас как? Че говорит? Да ничего, нормально, я его покормила. Пару часов подождет? И сколько он там? Да, ничего, подождет. Где-то в пол первого, в час обед уже. Понял. Угу. Что, мы сейчас приедем, через час опять уже, да? Надо и нам что-то еще тоже приготовить. Ты утром завтракала? Нет. Вот надо что-то сейчас тебя покормить. Можно еще омлет сделать. Давайте, там молоко есть. Яйца есть. Колбаса есть. Помидоров только нету. Вот эти поставили машины, скоро на них ругаются. Но... Этот тоже поставил, тут девятку, блин. Как ты заедешь? А туда не смог проехать? Куда? Куда я тебе говорил? Не-не. У кого? А Дима где? Вроде бы УЗИ заживает. Заживает. Да, чё, образовался там кусочек. Что по рентгену? Легко он посмотрел, это на УЗИ тоже сказал, что заживает. Тоже заживает. Даже почки нам посмотрели. Как он так, блин, аж все долбанул на себе. Отбил. Это у нас обычно только так в СИЗО отбивают в этих, в пресс-хатах. А он тут то же самое получил. А, упал всего лишь. Ну. Как зачем? Дышат кислородом. Кислородные маски все эти. Ну, все, поехали. Там Шувакиш. Все, я говорю, вообще места нет. Ни там, нигде, ни тут, ни такая здесь. Огромная больница, и такую парковку сделали, это же надо так. Ну. Опять тачки называешь. Не надо тачки называть. Машины, автомобили, по-человечески. Тачка — это когда в шахте уголь вывозят с одним колесиком. Вот, все. Здесь тоже машины, видишь, стоят. А здесь что за отделение? Это поликлиника. Ага. И вот где-то за ним бор. Металлоломщики, видишь? Где-то опять наворовали железо, блин. А нет, это нормальное железо. Не металлоломное. Это шваки сейчас с базы везут. Видишь, тут швеллер, трубы эти. Швеллер нормально, трубы-то бушные, сверлильные, арматура там. В аптеку надо сейчас заехать, государственную. Сходишь домой? Ну,
все растаяло, видишь, уже пошло говнище. Вот так помой машину, блин. Ты что, как ушла, что в обед ты спал, что ли? Нет. Просыпаюсь, все, я на улице все время стою, хотя я не знаю, как у меня на спину отразится. А что делать? Ни в какую. Я в машине сначала шапку с него снял, думал, может, шапки, ему жарко. Блин, ни хрена. Еще раз, значит, шапку одел, уже на улицу вытащил, только тогда он стал нормально. Ты его пристегни. Не пристегнул, ты пристегни. Куся, пристегни. Да я вытащу его сейчас, наверное. Чем почему пристегни? Пристегни, мы доедем сейчас нормально. Он, машина же едет. Надеюсь, аварию то. А нет, мы сейчас с другой стороны будем заезжать. Ну, она через аптеку проскочим. Так, кто у нас тут сейчас названивает? Алло? Здравствуйте. Да. А вы где? Партинская? Ну давайте туда в сторону подъезжать. Я сейчас с 7 ключей уже еду в сторону дома. На машине тоже. Где день встретимся? На пехоте, может быть. Так, Куся, мы когда поедем в больницу-то? Пол-первого. Мы пол-первого поедем уже обратно на 7 ключей. Вот где-то до этого времени успеете где-нибудь. Больница 9-ка. На 7 ключей. Но вы сейчас едете куда? В какую сторону? А, вы в другую сторону едете, да, в обратную? Хорошо. Угу. Давай. Онлайн трейд, доставка. Чего? Ну, товар везет. Вот он так вот, да. И я, и потом пукает. А, это у него такой фирменный, да, знак. Я! Так, камера обгона в действии. Машин нет. Позвонить, узнать, где она. А? А, позвонить, узнать, где она. Позвони. Она хотела там на работу тоже идти, я не знаю. Позвоним сейчас.
тебя все еще звук не включил на телефоне, что ли? На горшке. Вот мне сейчас вот это Рено все больше и больше нравится. Дизайн этого Реношки. Что, не берет она? Не. А? Не. Ну сбрось, может, она там зима. Ну, когда зима не берет. Или она с тебя всегда берет? Всегда берет. Не, она всегда берет. Вот эта Реношка мне больше нравится. Вот эта, видишь, стоит. Грузовая, вот она. Симпатичная такая. Особенно в магнумом стиле. Не в премиум, а магнум. Эрка, как она там. А этот магнум так и стоит. Кто ему так дверь разорвал? Смотри. Видишь, он стоит. Вся дверь такая разорвана, главное, видишь? И он так вот долбанул. Кузовом, наверное. Кто-нибудь сейчас. Вон, смотри. Панамера. Три девятки и три буквы М. Три девятки и три буквы М. И он менты, видишь, стоят. Панамерка. А ты кормишь, как всегда. Вот если бы он остановил, я бы у него спросила, как я должна его покормить. А ты ему титьку покажи и скажи, вот смотри, хочешь сам покормить, покорми. Ну. Он скажет, остановитесь, кормите. А, да? Ну. Я скажу, так мы и хотели остановиться. Да. Ищем нормальную стоянку, да, где можно встать. Что, мы посреди дороги сейчас можем встать, а ребенок орет, и что тебе? А, ему похер. Не, вообще, конечно, папа не правы, так это же безопасность ребенка. Ну да. Я так с ними согласна. Несправедливое наказание. Но иногда не зря на воду ходячие ситуации. Когда Димон у меня вылез между кресел. Зато хоть после этого случая стал сидеть. Прямо автомагистральная высохла уже. Снега-то на обочине нету. Масло. Да, вот что решили за с коробкой? Меняли, Костя. Меняли? Сказал, 3 месяца назад. Ну, все, да. Да, полностью сюда машину смотрели. О, слава богу, сказала хоть. Да потому что опять 150 слов. Правильно. Ответ. У меня переднее колесо спущено, что ли? У меня все колеса спущены. Я сам специально их спустил, что ли? Говори. И переднее колесо спущено, что ли? Вгруженный? Нет. У меня переднее колесо совсем что-то у него, блин. Всем скажу. Переднее колесо. Переднее колесо или спущено, или слабо. Сейчас бы опять такое. Да. Езжай, куда едешь? Блин. Езжай, куда едешь? Как вчера, блин. Главное, девка, да? Да, ну это быдло эльмашевское, понимаешь? Она по-другому не может никак.
Сейчас заскочим в аптеку. Шприцов надо взять 20 штук. У них шприцы хорошие. Ринонорма взрослого только у них есть. И этот. А, карвалол еще солнышко просило. А? Карвалол еще солнышко просило. Бутылочку карвалола. И триплексам. Где будешь? В смысле, ты что, не поехал, что ли? Ты без машины, что ли? Тебе забрать тогда? Что? Что? Камера. Да вот я только от него еду. Здесь сделаю. Заживает. Легкая тоже. Ну пока один, да. И сказал, что к обеду приеду. Ну да, ты же сказала, что в среду ты отдыхаешь. Ой, это... Ой, завтра тебе на работу. Ну ты переночуй, потому что мама устала, моя, она не так рано, две ночи не спала. А утром уедешь, как обычно. А сейчас ты не можешь забрать машину? А, сюда? А на сколько ты едешь? 6-7. Ну это... Ну давай... Едь тогда туда пока, а потом вечером тогда съездишь за машиной, или папа тебя свозит, ты заберешь машину и вернешься, окей? А утром уедешь, это мама может твоя отбросить на завтра. Давай, она еще даже не спросилась. У нее знаешь, какая директорша? Она может и не отпустить ее. Отчетность тем более. Сейчас. Ну, со вторника на среду. Короче, Стас приедет. Угу. Так что мы не поедем. На чем он приедет? А? На такси, что ли? Он не поехал. На чем приедет? Ну, не знаю я на чем. Его потом надо будет вечером свозить, да, Нальмаш, за машину? Он хочет, чтобы мама осталась на ночь, потому что будет долго на работу. Если мама будет завтра, то... Я говорю, ну подожди, я говорю, не знаю, мама еще не отпустила. Ему завтра на работу, а в среду он отдыхает. С вечера, во вторник он уже приедет. Нормально, что чтобы так поставить машину? Здесь заглушенным двигателем. Здесь заглушенным двигателем, говорю, машину ставить надо. Все, погнал в аптеку. Всю лекарств набрал, пакетик такой на 1500. Так, красный горит, да? А там как раз куча машин, блин. Ладно, развернемся. Не хочу я там ехать через эту аварию. Ну, может разобрали, может нет, мы же не знаем об этом, поэтому лучше здесь развернуться и объехать. Это вот в синей машине таксист сидит, заказы ловит. Сидит в телефоне. Эх, не успел поймать заказ. Эх, не успел поймать заказ. А с утра вот здесь на остановке. Видите, сколько народу, да? С утра здесь на остановке столько таксеров, аж все тут было занято. Ну как, домой тогда пойдем? Вы домой пойдете? Ну, ну ладно. А он сейчас уже едет туда, Стас? Да, он сейчас. А, ну все, да, понял. Я хоть поработаю туда сегодня. А потом вечером.
Ну. Да мама я дозвонилась, она говорит, я шла по улице, слышишь? Она уже на работе, да? Да, она на столе уже. И там Зина пришла, я тут сказала, а все, давай пока. Чё трахаешь, охаешь? Слушайте, чем плитами гружены, чем там гружены? Хороший кран такой у него стоит. Сам себя грузит. Только движок китайский этот. Звук дебильный. Не камазовский, нифига. Вот видишь, нифига не засыпает, да? Сегодня вообще беспокойный, блин. Может, что-то у него колики какие-нибудь в животе? Забрали, да, аварит. Она на тачке уехала. Опять-то слово это тачка, блин. На авто. На машине, на авто, да. Там, говорит, не на 20. Сейчас я не знаю. Ну, блядь. Блядь. Фары ты что не включил-то, ёпара СТ? Насмотрелся на этого, блин. Ты засмотрелся? Ну вот на этого, я думал, это охотник, блин. Это тоже без фар едет, блин. Там вообще дедушка какой-то. Фары для чего нужно включать? Для того, чтобы был... Ты прям его увидел бы с фарами. Да. Смотришь по сторонам. Смотри вперед. Я думал, это хотел поздороваться. Думал, охотник это его машина. Ну так вот и бывает, да. Поцеловались. Ну да. И что, и ты бы виноват был? А тут хрен его знает как. Наверное. Ну ладно, он хоть тебя видел. А то бывает, никто никого не видит и едут. Ну, если бы он со светом был, я бы его раньше бы увидел на долю секунды. Или хотя бы из-за поворота я бы выезжал, я бы увидел фары включенные. А он без света едет. Конечно, он, цвет машины как дорога. Такая же. Что за дурацкое? Это не могу высунуть ни один ремень из этой штуки. Да не говори. Ну ты ж купила бушную. Да нет, почему? Ну, в смысле, бушную, но это... Я просто вынуть не могу, она какая-то... Может, ее немножко разжать надо? Максик, ну хватит уже, что, давай, сейчас придешь домой и поспи. Ладно, давай, до вечера. Давай. Во сколько примерно? То есть надо ехать Стаса забрать, да? Отвезти его куда-то на машине, и как он там? Он хочет, чтобы мама переночевала. А. Если она завтра останется. Ну не знаю. Ждем все равно до 6 до 7 вечера, пока мама не работает. Вот такая у нас вот так вот несколько раз в день бывает, ездишь в больницу. Все, сейчас тогда я поработаю хоть нормально. Зайду в магазинчик, может быть, что-нибудь прикуплю. Вот и дождик пошел, видишь? Сегодня обещали, блин.
дождик. Что, разворачивается, что ли? Извиняюсь, братан, велосипедист. Все, пропустил тебя. Грязненький тоже весь. Погнал. Ломовозы. Блять, надо немножко назад сдать. Морду снесут, блин. H1 или Старекс. H1 похоже, а? Или Старекс. Нет, Старекс, наверное. Нет, H1. Ну все, наверное, хорош. Можно ехать. Вот и все. Первый рейс сделали. Радиатор, все, блин, какой-то кондёр включенный был, охренеть. Кондёр выключили. Стоп. Вырубаем. Надеваем шапочку и берем пакетик с лекарствами. Домой. Все. Видимо, тут тюремный уклад организовывается. Так, ну что, погнал я второй раз в больницу. Надо будет Стаса забрать, довезти его до машины, чтобы он на ночь остался там, а он не хочет. Здорово. Что, домой-то не идешь? Ветер поднялся. Да, ночью дождь будет. Дорогу сейчас хер перейдешь. Вода кругом. Поток машин. Машина, блин, как будто на источник съездил. Вообще жесть. Стоянка все занята. Что-то воды столько, блин. С чего он так тает-то? Ну, переключается на газ. Стоим, ждем. Позвоню, скажу, что спускалась.
Я подъехал. Не знаю, кто сегодня ночевать будет. Стас не хочет. Пусть говорит, я, говорит, его уговорю. Не знаю, как раз в раз уговаривать. Нужно будет его отвезти, если он останется на ночь, отвезти его на Эльмаш за машиной. Чтобы он забрал. Вот это и уже и приехал туда, чтобы потом оттуда, если вдруг ночевать, то... А та кровать, где они спали ночью все в палате, теперь занята, принесли там мальчика какого-то. Поэтому не знаю, как они там будут ночевать, на полу спать или где, или с Димой на кровати на одной. Непонятно. Соединение со спутниками установлено. Такая фигня. Стас хочет, чтобы Дима там один ночевал. Ты в следующий раз говори, что через 20 минут подъезжай. Да он слышит. Пап, давай еще за яблоко проедем. Тут Дима с сосиской съел. Вечером едем. Да что с тобой? Да. Начался дождь, начался. Завтра некому сидеть. Мама, работа, мама, я все не знала. Да, мы еще с ней завтра едем. Я знаю. Утром Диму заедете, покормите, потом поедете дальше. Все договорились. Потом я зуб сделаю и приеду. Начинается концерт по заявкам. У яблока стоим. Успокаиваемся. Я, говорит, сейчас быстро пиццу куплю и выйду. Ага, попробуй в 7:00, постой на кассе там, быстро. Успокаиваемся. Ревел. Ревел? Да. Тоже научился его укачивать.
что написано? Закрыто. Пехотинцев проходной. В смысле, проходной закрыли, что ли? Это чего его закрыли? А что там могли делать на проходном-то? Я не знаю, где там тупик, в какую сторону тупик. Дальше-то знаков нету. Куда вот здесь дальше? Лужа какая-то, блин, лужа опасная здесь. Очень опасная. Блин. Надо сюда пробуем ехать. Вот направо, видишь, если. Но вот там они едут. Туда-то едут, да. А почему туда-то что? Ну тоже у нас по следам машины объезжают. Где тупик? Непонятно где. Среднеуральская, наверное. Горячая, да? Да, горячий. Или пар тут, пар, паровое отопление. Не знаю. Сюда я заезжал на тралит. Могут быть, блин, под лужами. В самом начале, там, на второй день, по-моему, когда Диму положили. Ну, на третий же. Сколько сказали, три лампочки горит. 260 километров после заправки проехал. А на юг ты ездил когда-то? Да. Один раз? Да, два раза. 1100 километров. Целый бак, да? Баллон, да. А, ну вообще, мне же страшно, да? Если закончится, то... Бензин, да, полный бак был. А ты так и рассчитывал, да, заправки? Ну, я так посчитал примерно, где заправляться. Ну, там не 1100, там по 900 где-то, по 1000 примерно было расстояние между заправками. Да, 1007, по-моему. Туда-обратно. Ну, туда-обратно. А, ну, вообще, да, у нас 10 тысяч, по-моему. Туда-обратно. Да. Еще там, да, кататься надо? Ну, да. Тебя 1010, наверное, получилось. Ну, мы же ездили еще в Домбай, туда. Да. В
горы. Это вы собирались, да? Нет. Еще раз потом? Это предпоследний. Три раза, да, по-моему? В Домбай-то мы ездили, когда? Предпоследний раз. Сколько раз? Три раза съездили. Да? Да и сейчас не хочу, и тогда не хотел. Чисто из-за дороги просто. Тебе нравится? Ну, как бы, да. Что в море, что же классно? Ну, что там классного? Грязная вода. Какая-то вся мутная. Ну, и в Черном купался, тоже самое, мутная какая-то. С медузами. Мама. Ну, а то, что мама отдохнула. Ну, что раз? Я тоже так на море. Я хочу сюда отдыхать. У нас ребята знакомы, у них свои. Поехали. Надо загранпаспорта сделать. Да что за газель такая, распиленная пополам, что ли? Где? А вот стоит. Дизайн, что ли? Да. Блин, этот ман еле шевелится. Ты поехал, такой умный, что ли, Стас? Заколебал уже, честное слово. В смысле, он все, поехал, что ли? Да он не будет оставаться на ночь, что ты? А? Ох, не будет он на ночь оставаться. Кто на встречку выезжает, блин, то ни хрена не едет. Ты включил поворотник направо, блядь, поворачивать налево, да, остановись еще. Что вы тут за... Да непонятно, что тут у них. Еще и занял пол дороги, блин. Что за водила такой? Какой-то странный товарищ, блин. Ага. Эта телега же короткая. Нейтрал 16 или 20 метровый, блин. Поехал-то? А? 7 часов время. Дяденька видел дальнобойщик на этой, на инвалидной коляске? Да это, ну и что я видел-то? Прикольно. Так специально, да, там открывается банду для него. Короче, у тебя не получилось уговорить, да, его? Мне еще не пыталась. Так если он сейчас поехал, как ты попытаешься? Да никуда он не поехал, а сказал, что никуда не едет. Он ребенок какой-то, а?
вот реально этот один ребенок, второй ребенок. А жена-то дома у него? А? Жена-то у него дома? Да уехала она. А почему, если он один, почему он не хочет? Я не знаю почему. На работу ему, видели, неудобно ехать отсюда. Mm-hmm. Ему жена мешала, то это он сам придумывает все. Конечно. Хочет сваться. Баба, что ли, за рулем, блин, Volkswagen, а то ни хрена не едет. Вообще снег сегодня. Сто парк Маяковского весь в снегу. Просто деньги не хотят тратить на уборочную технику. Ты чего он тут встал? Заблудился. Вот на Шевске так же, вот встанет он в правом ряду и все его любит. И стоит. Меня вот это вообще бесило. Ну потому что он адрес найти не может. Там есть. Все. Ну так а что ты это не видишь, что ли, что тут и так пробка с утра? Вот что ты стоишь? Да похер. Там... Найди место где-нибудь, достань. Ищи свой адрес. Mm-hmm. Навигатор пошел, зачем? Да, навигатор это не панацея. Адрес вот он, а заезда нет. Вообще бесповоротник, раз повернул, срать, блин. Студенты, что ли? Некоторые врачи уже поразъехались, наверное. Так вечером.
приезжают, видишь, туда врачи. Это из-за вот этой хрени, что неровно. Да неровно вот это вот все. Сейчас видишь, тоже вот поставишь так машину, она потом скатится на нее. Вот так вот нормально стало. Стоит. Скорая заехала. Врач сумку несет. Видимо, ложат, госпитализируют. Печка 20 градусов. Здесь. Максимка проспит. Ладно, ждем. Все, Стас я отвез. Стас пошел домой. Не домой, а сюда к родителям за машиной. Вот. Я поехал в сторону дома. Не знаю, сегодня Димасик Стас сказал, что если Дима позвонит, скажет, что приезжать к нему на ночь, то вот Стас поедет. Дождик такой херачит, блин. Снег должен перейти сейчас уже 2 градуса. Завтра катушка минус 3. Просто катушка будет. На улице, блин, людей вообще не видно, в черном ходят. Пропустишь? Спасибо. Машины везде стоят, и по обочинам уже, как в Москве в 90-е годы, так же машины стоят.
Собаки бегают. Так, не вылезаем. А теперь вылезаем. Иди, тормозим резко. Иначе зашибут. Там вон летят, видишь, на ксеноне. Девяточки. Ильмашевские. Вот этот перекресток, вот они, смотри, с левого ряда поворачивают направо. Вот я вчера ругался, и надо камерой поснимать нахрен, в ГАИ отправить, блядь. Или надо, чтобы авария произошла, чтобы с правой поворачивали и налево перестраивались. И эти поворачивали, их долбить в бок. И все, и потом, значит, разбираться. Вот правильно, да, левый можно же поворачивать. С левого правой направо. Нет, блядь. С левой полосы направо поворачивают. По привычке. Градуса, по идее, должен снег уже начать идти. Вот эти вот диодики в подсветку, да, вот которые ставить, блин, номера вот на этой машине, они, блин, потом сгорают, начинают моргать, мигать. Я уже столкнулся с такой же херней в фарах диоды. Просто начинаю как оборотником работать. И все. Не заменишь на новый диод, так и будет. Недолго они ходят, проще обычной лампой накала подсветку номера ставить. У этого вообще он лобового стекла, что ли, нет, и бокового нет. Так, главное сейчас пешеходов не задавить. Пешеходники, то они, блядь, сейчас в черном ходят, не видно нихера. Поехали. Чего вы, блядь, затормозили? Венза.
ничего не боятся, блядь. Слепые, что ли, стали в дождь. Куриная слепота, что ли, что он что-то мусора моргает. Парк. Как только дождик идет, все. Скорость сбавляют. Поток тормозят. Ну да, вот такой вот, блядь. Едет даже. У нас Honda. Не едет. Что, кстати, за Honda такая? А, Civic? Да странный Civic. Самой не хочу. Ничего, линксы хорошо чистят, стекло не мылят, не замыливают. Ну все, это ж Civic этот, блядь, нихера не едет. Куриная слепота, наверное, блядь, у нее там нахуй. Еще и тормозит к тому же, блядь, пиздец нахуй. И по левой полосе едет, блядь. Что-то виднее, что ли, здесь? Тут светофор, да, зеленый. И аптеки разные, зеленые тоже, блядь. Где-то здесь или не здесь. Яма-то дальше. Аптеки вот эти вот зеленые кресты понавешивают. Как будто светофор зеленый, блядь. На кой смотреть, непонятно. А вот здесь это яма, да, лучше с правой полосы тут. Объезжать ее. Да, вот здесь. Да, щебеночная яма это, блин. Зеленый светофор и вот зеленый крест. Видишь на углу, блядь. Кто им разрешил вешать нахрен эту херню сюда? Сколько раз путал уже с этим, блядь, с светофором. Хорошо, да, на красненький объехал, блядь, умник. Тут вот такая фигня, видишь знак, да? Две полосы налево, крайняя направо. То есть разворот здесь по идее запрещен. А они разворачиваются. Знаешь, какая херня? Все, я сейчас включаю поворотник. Все сзади думают, что я буду разворачиваться, а я поеду прямо. Потому что разворачиваться здесь запрещено.
заднее стекло, он все забрасывает вообще наглухо, блядь. О, F12, да? А нет, DAF это. Там DAF-ики. 95-й. Да, 95-й. XF95 с максималочкой кабина. С увлажнителем или что там у него сверху, или кондёр. Ну, для этих, для Испания, Италия, там вот они ездят. Ездили в свое время. Двухэтажный автобус с гостиницей, с туалетом. Ну, так вот сегодня прошел день. С последней недели примерно такая и была, даже посильнее была загруженная. Плюс я еще сегодня 3 часа поработал с картой. КамАЗ. Маленький, с рефом, с таким груженным. Блин, как он ездит? Он сейчас... Это, наверное, Дагестан Транс. Или Арбуз Транс. Ясно, будет тут медленно-медленно ехать. Нет, быстро поехал. Значит, не Дагестан Транс. Блять. Третий день чихаю. Поехала девяточка. Давай, поехала, поехала, поехала. Догоняй, догоняй, догоняй. Магистральная потекла, блядь. Мне в кроссовочках сейчас переходить. Пометка. Стояночку, так чтобы вас никто не обогнал с этого ряда, а то, блин, обгонят нахрен и улетишь. Все места заняты, мое свободно. Тоже свободно. Включаешь заднюю, если передние дворники включены, включаешь заднюю передачу, задний дворник начинает махать. Не видно, блин. Дома вовремя звонит. Да, Кусь? На стоянке? Да. Немножко буду, да? Хорошо. Так, ладно, выключаем, дворник включаем, печку вырубаем, это все вырубаем,
шапочка. Все, камеру прячем от дождя. Пошел домой. Вот такой вот сегодня прошел у меня день. Я весь день снимал. То есть как вот в больницу туда-сюда все это, да, не знаю, часа два, наверное, видео будет. Вот сегодня пельмешки. Это мы дрыхнем тут. Как сладко спим. Да, вообще. Уже дедушка уже научился укачивать. Как говорится. Даже не звонит уже. Захочешь жить, не так раскорячишься. Кушачек. Тебя тоже так же покачать, что ли? Ты кушать хочешь или что ты? Да не, он всегда смотрит в глаза. Нет, он что-то ходит, ходит, трется. Ну пусть трется. Кушачек. А, ну да, Димы же нету. А вот туда Дима-то, они же все прячутся. Ну.